Аграгарадок Ширковичі – населенный пункт с развитой социальной инфраструктурой. Зараз умовы проживания стали еще больше комфортными. Спис пераваг дополнил новый кинотеатр. Для церемонии урочистого открытия организаторы подрыхтовали соправдное шоу. У программы выстава книг, по яких зняты знакомитые киноадаптации, викторина по истории сусветного кинематографа и постановка по мотивах ведомых фильмов. На открытие первого в Украине кинотеатра у сельской мясовости потребовалось около 6 месяцев. И зараз жыхары агрогородка могут наведывать премьеры головных киностужек у один день с киноаматорами усяго свету. Я с уверенностью могу заявить, что агрогородок Чирковичи сегодня включен в мировую систему кинопроката, потому что все самые громкие мировые премьеры, они будут идти здесь наравне с крупнейшими культурными центрами как мира, так и нашей страны, так и нашей области. Репертуар кинотеатра «Сподорожник» будут складать новинки сусветного и белорусского кинематографа. Первым глядачи убачили айчинный фильм «Тень ворога», который недавно вышел в прокат. Его представили створальники стужки режиссер Игорь Сяньков и автор музыки Юрий Северин. Такая полная зала, сподяются, у Гомельки на видеопрокате будет на каждом сеансе. Тут, до речи, чекают глядачов со Светлогорска и злику отпочивающих у мясовой здравницы. Да, конечно, будем приезжать, потому что кинотеатр очень понравился, а само оформление красивое очень, залы невероятно классные, классно очень. Коли проект окажется запотребованным, кинотеатры у сельской мясовости могут заявиться и в других районах. Не исключаю такой возможности, потому что политика нашего государства и политика, которая вот объявлена Министерством культуры, на расширение именно вот этой социальной услуги, именно цифрового современного кинопоказа, чтобы сделать эту услугу доступной жителям каждого района. Это может быть как райцентр, это может быть и крупный населенный пункт, как агрогородок. Поэтому я думаю, что у этой практики все-таки есть светлое будущее. Дмитрий Котов, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район.